такая рамка телепас. А нам надо было сюда ехать. Да? Я не знаю, ты хватаешь это. А, я не туда поехал, подожди. Не туда поехал? Да, держи, подержи, я вернусь. Да, тут салончик, короче, получаешь, если не больной на голову, как я. Я потому что я не в ту дырку въехал. А дашь мне талончик? Нет. А что я, блядь? А где, куда, блядь? Я уехал. Они что-то, блядь, уже показывают. Что телепас, блядь? Какой телепас? Это что, где-то раньше? У меня нет телепаса. Ну давай назад сдай. Заехали мы с Андрюшей высоко. В поисках Пизы. Короче, не прикол. У нас хотят по нас этот мультипас какой-то. Лудалас, у нас нет его. И поэтому мы не можем попасть на платную за деньги. Такая заправочка, только что нас въебали тут на это как ее на 50 евриков. И пойду. Но I hope tomorrow he will be here. If he don't have vacations. Today it's closed, but I believe tomorrow it will be open. But I don't live here. The best thing is you find someone, some shop around here and ask. That's thank you very much. Thank you. We're now going to Pisa, and we will spend night in Pisa. And tomorrow we'll be back. Otherwise, try. Maybe a bar will be kind enough to cash it for you. Thank you very much. Just try. Понтремули. Вот идет полицай. Что, можем доебаться к полицаю? Можем доебаться. Сказать, что нам делать, блядь? А он что скажет? Как этот, придите завтра. В какую сторону?